Всем привет на канале Кулинарим с Викторией. Сегодня готовлю салат «Нежность» с курицей. Салат с курицей готовится очень просто, быстро, из бюджетных продуктов и прекрасно подойдет как на каждый день, так и на праздничный стол. Для начала подготовим все необходимые ингредиенты. Картофель я отварила в мундирах, очистила его и нарезаю как можно мельче. Картофель сразу солю, перчу и сразу добавлю майонез и смешаю картофель с майонезом. Я это делаю заранее для того, чтобы при нарезке салат не разваливался. Одну большую красную луковицу мелко нарезаю. Лук сразу замаринуем. Для этого добавляю 1 чайную ложечку соли, 2 чайные ложечки сахара, 2 столовые ложки яблочного 9% уксуса и кипяток. Немного перемешаем и отставляем, чтобы лук промариновался, минут 15. И пока подготовим следующие ингредиенты. Я отварила 2 куриные грудки. Куриную грудку нарезаю на мелкие кусочки. Грамм отваренной моркови натираю на крупной терке. Четыре вареных яйца натру на мелкой терке. Собирать салатик я буду на тарелке горочкой. Диаметр моей тарелки 18 сантиметров. Первым слоем выкладываю картофель. Картофель у нас уже соленый и смазанный майонезом, поэтому больше майонезом его смазывать не нужно. Вторым слоем выкладываю куриную грудку. Куриную грудку посолю, поперчу и сделаю сеточку из майонеза. Красный лук я процедила и выкладываю третьим слоем. Делаю сеточку из майонеза. Четвертым слоем выкладываю отваренную морковь. Морковь немного подсолю и смажу майонезом. Сверху вот так покрою салат немного майонезом и присыплю натертыми яйцами. Натертые яйца хорошо должны покрыть весь салатик. Теперь украсим наш салат. Вокруг салата выкладываю листья салата. У меня пекинская капуста. Можно украсить любой зеленью, укропом, петрушкой или любыми другими листьями салата. Морковь нарезаю на кружочки. Украшаю веточками петрушки и морковью. Чтобы морковь хорошо держалась, делаю вот такие пимпочки из майонеза. Посмотрите, какая красота получилась. Все готовится очень просто, из самых доступных продуктов. Салатик получается в итоге довольно-таки бюджетный, очень вкусный. Очень рекомендую вам приготовить этот салат с курицей. Вам очень понравится. Подписывайтесь на мой канал, если видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк.
Пишите мне ваши комментарии. Поставьте хотя бы смайлик или спасибо. А я всем желаю прекрасных праздников, отличного настроения и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.